Прошло всего две недели, как художники граффити презентовали третье по счету творение, созданное в рамках проекта «Я люблю Бишкек». И вот еще одна мрачная стена жилого дома преобразилась до неузнаваемости. На этот раз по адресу Панфилова, 12. Нас было довольно-таки много, нас было 6 человек, и более того, нам помогали местные жители. То есть жительница этого дома, она тоже художник, она нам помогала. Поэтому работа спорилась немножко быстрее. На самом деле времени ушло не так уж и мало. Мы готовили сам эскиз около недели, как обычно, и рисовали 3 дня. С просьбой приукрасить фасад этого дома обратилась его жительница Юлия Шмальц. Район, говорит, зеленый, а дома старенькие и не хватало ярких красок. Положительный ответ художников был неожиданным. Остановились на теме экологии. И закипела работа. Сама Юлия Шмальц также помогала украшать стены дома. Выпускницы худучилища красками работать не впервой, а вот баллончиками было непривычно. Первый день они, получается, пришли, поставили леса, контур навели цветочков, и, что я им помогала, стену грунтовали мы одним цветом. Первый день закончился, на второй день они практически весь дом расписали. На третий день уже мелочи, детали, и леса убрали, и такая красота. Тут все дети, все с района приходили, фотографировались. Очень красиво. Дружный коллектив дома после окончания всех работ организовал для художников небольшую вечеринку. И, как полагается, застольем. Теперь же не только жильцы этого дома, но и прилежащих домов не нарадуются, смотря на уличный шедевр. У нас старые дома. Все, стены, видите, сами какие. Некрасивые вроде бы. И уныло все это смотрелось. Сейчас же проходишь, будешь проходить, и очень весело, очень глаз радует. И вроде как бы и веселее жизнь становится. Очень понравился рисунок. Именно в нашу тему, да, подходит. У нас здесь так все зелено. Как раз цветы. Отличный рисунок. Впечатления очень у нас такие замечательные, красивые цветы. Действительно, они подходят к нашему городу. Как бы это социальный проект был у них. Ребята делали все бесплатно. Цветы очень красивые, мы думали, будут радоваться только дети, но приходят и взрослые из соседних домов, приходят, фотографируют, смотрят. Всем очень нравится. Мне кажется, не только нашему дому, а жителям нашего города. Кто бы ни видел, все уходят с хорошими впечатлениями. В рамках проекта «Я люблю Бишкек» было запланировано украсить всего 4 стены. Но граффити-проект пользуется большой популярностью не только среди бишкекчан. Заявки приходят со всех уголков нашей страны, а также из соседнего Казахстана. Так что было решено продолжить проект в будущем году. А этой осенью выйдет свежий журнал, на страницах которого читатели смогут увидеть, как готовили этот проект по этапам, а также работу художников, преображавших фасады зданий до неузнаваемости. Анастасия Соболева, Асхат Ибраимов, НТС.